Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и в этом видео мы будем листать каталог Oriflame номер 7. И по традиции я покажу вам продукцию, которой сама пользуюсь, мы ее вместе протестируем, и я дам рекомендации по подбору продукции как для себя, так и для других людей. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог номер 7 будет действовать начиная с 16 мая и закончится 4 июня. Ровно 3 недели для того, чтобы успеть разместить заказы и порадовать себя и близких приятными ценами, которые в 7 каталоге, конечно же, нас очень радуют. Итак, как я смотрю обычно каталог? Я внимательно изучаю акции, смотрю, где есть запрятаны интересные предложения. Иногда даже я их пропускаю, поэтому если в этот раз тоже пропущу, вы обязательно пишите в комментариях, что интересное вы заметили в каталоге, и может быть есть какие-то рекомендации по продукции и так далее. Итак, смотрите, можно заказать набор пробников 59 рублей. В набор входит 3 пробника, 1 тональная основа, затем пробник омолаживания омолаживающего дневного крема с SPF 15 и пробник парфюмерной воды Си голубой, по-моему, здесь, да, по-моему, он классный аромат, обязательно попробуйте, потому что он необыкновенный, я бы его отнесла к нишевым ароматам. Здесь посмотрите, есть потрясающе полезная информация, это те значки, которыми мы можем гордиться, и если вы до ваших клиентов и близких донесете, насколько компания Oriflame заботится о природе, о людях, о том, чтобы мы пользовались классными продуктами без вреда для природы, я думаю, что это повысит и вашу экспертность, и уровень продукции, то есть люди покупают то, что им действительно и нравится, и по качеству, и чтобы они понимали, что это не вредит экологии и не навредит им в том числе. Далее у нас выходят новые помады. Я так понимаю, новых 6 оттенков, ограниченный выпуск, то есть это лимитированная серия. Красивые разнообразные оттенки, я очень люблю нюдовые тона, здесь их как раз 3 нюдовых оттенка очень красивых. И нас ждет акция. Обратите внимание, цена помады не просто 249 рублей, а именно при покупке второй помады цена будет 249 рублей, а первая будет стоить 389. То есть покупая две помады, вы можете просуммировать цену, разделить напополам и с кем-то, например, скооперироваться. И одну помаду взять себе, одну, может быть, возьмет ваша подруга или клиентка. Это классный вариант, потому что иногда люди говорят, мне две помады не нужны, вот одну бы я взяла. То есть да, можно придумывать разные варианты, как сделать удобнее для всех. Также здесь есть аромат для тела, он легкий, это парфюмированный спрей, у него объем 75 миллилитров, очень вкусно пахнет. У меня такой был аромат, по-моему, даже сейчас есть у дочки, но я не стала рыться у нее в косметике, но точно знаю, что этот аромат очень приятный, особенно на вечер после душа, он такой сексуальный, класс. Так, что-то у меня пролистнулось, а нет, все нормально. Новинка, ультрапигментированная тональная основа в стике, 769 рублей. Смотрите, несколько вариантов, 6 оттенков. Я вам скажу опыт мой. Давно, как в сказке начинается, давным-давно, жили-были, у нас был подобный продукт, он пользовался огромным спросом, особенно как дорожный вариант. Я брала себе и брала, по-моему, не один раз, я была очень довольна. Мне нравилась консистенция, удобство нанесения, то, что он такой маленький, удобный в косметичке. Я думаю, что этот продукт будет пользоваться популярностью, потому что надоедает нам однообразие, вот эти вот, да, тюбики с тональной основой. Иногда хочется взять что-то такое легкое, интересное. Напишите, будете ли вы себе такой продукт заказывать, потому что я пока нет. Я посмотрела, у меня открыты сейчас в данный момент 6 тональных основ. Вот 2 из них я вам сейчас буду показывать. И еще несколько открытые, и все они классные, Джиордани есть, и Зывановские, поэтому я пока воздержусь. Все-таки зачем брать слишком много товара, который потом не используется или выходит срок годности.
Матирующий ролик – это новый продукт. Ролик из вулканических минералов. Я прочитала немножечко информацию, та, которая есть в каталоге, то, что этот ролик впитывает кожный жир. То есть, если мгновенно нужно привести лицо в порядок, а вы обладательница комбинированной или жирной кожи, и вам нужно эту зону постоянно контролировать, чтобы она не выдавала себя слишком ярко, то здесь можно быстро пройти этим роликом и убрать жирный блеск, то есть появится матовость, еще идет какой-то микромассаж, интересно, и его легко помыть, то есть этот ролик многоразовый, но не вечный, многоразовый, но не вечный, я так понимаю. Смотрите, для того, да, там читаем всегда, ну, заменит одноразовые матирующие салфетки. Я думаю, что он просто в какой-то момент закончится, и надо будет просто приобрести новый. Но больше информации у меня пока, к сожалению, нет. Помады. Я думаю, что помады всегда будут на пике популярности, потому что, что бы ни происходило с нами, но помада всегда, новая помада, всегда поднимает настроение. Поэтому я иногда достаю себе новую помаду, у меня есть небольшая коллекция для клиентов, я иногда туда ныряю, беру себе новенькую помаду. Но что хочу сказать. Стойкая суперматовая помада. У меня есть на канале обзор, где я эти все оттенки, какого-то одного не было, я их все протестировала. По ощущениям, эта помада приятная. Она плотная, хорошо держится на губах, приятно ложится, и по ощущениям она такая жирненькая. Если сравнивать ее с помадой Ultra Fix, которая у нас тоже в этом каталоге представлена по акции, и здесь тоже разнообразные оттенки, у меня есть эти помады в количестве аж трех оттенков. У меня есть самая нужная красная, нюдовая и терракота. То есть у меня есть на естественный макияж, на такой классический дневной и на вечерний. Давайте протестируем эти помады. Вот так вот будет выглядеть нюдовая. То есть она, не сказать, что она прям бледная. И эта помада отличается от всех помад тем, что она очень легко наносится. То есть я сейчас на руке вот провожу несколько раз, просто чтобы вам показать ее в более таком большом объеме, чтобы вы увидели, как она в цвете в полном, но на губах я провожу вот так один раз. То есть все, больше не нужно. Вот сейчас на руке какие-то там немножко просветы есть, на губах такого не бывает. Это удивило меня помада, вот этой легкостью нанесения, такой красотой оттенков. Мне понравилось, как она лежит. Она 8 часов лежит на губах. И, конечно же, эта помада нас спасала, когда только в масках нужно было ходить, а губы все равно хотелось красить, поэтому мы красили, чтобы маски не пачкались. Вот такие красивые оттенки. То есть я вам показала нюд, терракот и красный. Не вижу, немножечко меня отсвечивает. Поехали дальше. Так, здесь у нас начинаются ароматы. Про ароматы я долго говорить не буду. У меня есть на канале ролики как раз про некоторые ароматы, отдельные обзоры. Например, как вот Divine Exclusive. Это один из, наверное, шикарнейших образов аромата. Как и внутри он прекрасен, так и его внешний вид. Потрясающе. Вот настолько приятно держать в руках такой флакон. Он инкрустирован тут кристаллами Сваровски. Дизайн бесподобный. Вот это платье, фигурка, все такое женственное, волшебное, что хочется этим ароматом пользоваться. И он действительно очень вкусно пахнет. Есть у нас ароматы на любой вкус, разный ассортимент. Вы мне часто задаете вопросы, вот если вас какой-то аромат конкретно интересует, я вам все-таки рекомендую не спрашивать кого-то, а как тебе этот аромат, а какой он, потому что об аромате все люди об одном и том же аромате расскажут разную историю, и кто-то скажет, это очень тяжелый аромат и невкусный, другой скажет, это самый потрясающий аромат, он такой женственный, я в нем чувствую себя королевой, а кто-то скажет, да вообще как-то равнодушно к этому аромату, поэтому лучше заказывать пробники. Код пробника вы видите, если на этот аромат пробник есть, то он будет написан в каталоге в самом низу. Код пробника и те самые заветные цифры, которые нужно указать в заказе. Вы получите пробник, продегустируете аромат, поносите его несколько дней, и вы поймете, нравится он вам или не нравится. Например, я обожаю аромат Люсия Брайт Аура.
Это бесподобный на лето, на весну аромат. Он такой свежий, легкий, с цитрусовыми нотками. Он зажигательный. Но у меня такого нет. Зато у меня есть вот такой аромат в виде розочки. Я его очень люблю. Люблю его именно весной. Сейчас я его уже убрала, потому что у меня вышли на передний план другие ароматы. Например, сейчас у меня Infinite очень часто в ходу. Я его люблю. Он классный. У дочки моей как раз On the Edge. Я его обожаю. Для тела классный выбор парфюмированный крем. Если вы выбрали, например, себе аромат Divine Exclusive, то логично и очень по, как сказать, по-женски взять такой же крем. То есть не другой какой-то вам, например, еще какой-то нравится. А если вы планируете выходить вот в этом аромате, то лучше, чтобы крем для тела был с этими же нотами. И тогда аромат будет еще более стойкий, он еще красивее раскроется на вашей коже. И это будет великолепно, потому что когда разные ноты переплетаются, они не всегда красиво начинают звучать. Одна нота может выбить другую, которая была прекрасна. Поэтому я всегда за то, чтобы крем для тела совпадал с ароматом. Вот видите, как их много, какие они все прекрасные, шикарные ароматы. Декоративная косметика. Сейчас у нас будет серия Giordani. Так, проверяю. Я пролистнула нечаянно страничку. Чувствую, что что-то недопоказала. Я показываю только то, что чем сама пользуюсь. Или у меня есть классные отзывы клиентов, или наоборот не классные. Я обо всем об этом буду говорить. Поэтому я показываю то, чем пользуюсь сама сейчас. Вот смотрите, как выглядит пудра Giordani. То есть она удобная тем, что прозрачная упаковка. То есть мы видим, сколько пудры. Мне это очень нравится. И здесь есть кисточка для дорожного варианта. И вот так вот мы поворачиваем. То есть повернули. Вот тут у вас везде пленка. Я рекомендую пленку оторвать не всю. Почему? Потому что очень много дырочек. И даже если вы будете поворачивать чуть-чуть, и трясти пудру, то все равно там будет высыпаться и под крышечку. Поэтому лучше немножечко открыть и высыпать вот сколько вам нужно пудры. У нее расход небольшой. Она очень хорошо пигментирована, смотрите. Ой, пигментирована. То есть она очень хорошо, укрывистость у нее хорошая. Я вот сейчас чуть-чуть нанесу прям на чистую кожу. Видите, как здорово. А потом мы попробуем на тональную основу нанести. Я специально оставлю. И она матовость придает, ухоженность, бархатистость. Я люблю эту пудру, уже не первый раз заказываю, поэтому смело ее рекомендую. И здесь у нас есть сияющая пудра в шариках. Тоже она приходит в такой коробочке. Я рада, что убрали откидные крышки, потому что они постоянно отваливались. Вот губку я не использую, я пользуюсь кистью. Разнообразные вот шарики. Вы знаете, я несколько цветов каждого по одному, я их растолкла кистью, потому что мне нравится, когда вот набираю, чтобы побольше было вот этого сияния. И поэтому я так сделала. Потому что вначале оно прям классно набиралось, а так как у меня шарики уже давно, то они уже перестали быть такими вот отдающими. Такой вам лайфхак. И то же самое я делаю в румяных шариках. Я беру и несколько шариков немножечко разбиваю, потом трясу, 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 они все обволакиваются, и набираю кистью. Кстати, вот классная кисть здесь есть, которая закрывается, то есть она прячется, сверху колпачок. Очень герметично, гигиенично, можно брать с собой. Самый удобный вариант, если вы все время куда-то идете на работу, или вы в путешествиях, в командировках, кисточка нужна с собой, но просто так бросить ее в косметичку — это не очень хороший вариант. Лучше, конечно, заказывать вот такую кисть. Вы ее возьмете один раз, будете много лет пользоваться, ее можно стирать, она прекрасная, и упаковка тоже замечательная. Вот такая пудра сияния, что она делает? Она делает кожу визуально более молодой. То есть мы ее наносим, кисточку забыла взять. Хотела вам похвалиться новыми кистями, но забыла их. И когда мы наносим эту пудру, ее не видно. Это не как хайлайтер. То есть у вас не будет такого сильного блеска. У вас будет только легкое сияние, и кожа будет выглядеть моложе, потому что здесь как раз собраны те оттенки. Вот если вы посмотрите, здесь есть и зелененькие, и розовые, и беленькие, и сиреневые, и золотистые. Почему? Да, персиковые вот. Почему такая подборка? Потому что именно вот эти цвета работают на то, чтобы скорректировать неровности кожи, какие-то недочеты, неровности цвета. И идет эффект такой
не знаю, невероятный. Лицо выглядит просто молодым и холеным. Вот мне, конечно, нравятся это, такие вещи. Так, здесь у нас контурный карандаш для глаз. Тоже какая-то идет у нас акция при заказе. Новинки. У нас выходит новая супер тушь. Я посмотрела, у нее интересный состав, то здесь все на то, чтобы удлинить, зафиксировать реснички, чтобы вот у них появился такой вот, как сказать, соблазнительный взгляд. Вот. И, конечно, я очень люблю силиконовые кисти, поэтому я думаю, что тушь будет популярная, и состав, очень много масел в составе, которые ухаживают за ресничками, укрепляют их. Конечно, это огромное преимущество. И тогда вы сможете контурный карандаш для глаз взять по новой цене, с хорошей скидкой. Карандаши для губ. Я вам их продемонстрирую, потому что у меня есть все три. Это очень здоровские карандашики. По цветам они удобные. Давно не точила. В общем-то, смотрите, как раз вот красный мак, розовый. Розовые, просто пожирнее вам показываю, чтобы вы увидели, вот какие оттенки. И гордения. Гордения, он как раз такой вот подходит под теплые оттенки помады, под нейтральные, под нюдовые. Мой любимый мак, если видите, у него прям, он стал маленький, потому что я им чаще всего пользуюсь. У него очень красивый оттенок, он подходит мне под все красные помады, под все. Надеюсь, хорошо видно. Стараюсь вам продемонстрировать как можно лучше. Карандаши можно смело брать, и удобно то, что с обратной стороны есть кисточка. Например, вы можете нанести карандаш и его растушевать, и потом сверху этой же кистью даже можно носить помаду. То есть вы набрали помаду и переносите ее на губы. То есть это вариант особенно удобный, когда помада заканчивается и нужно срочно ее использовать до конца, не выкидывать же такой ценный продукт. Так, закрыла карандашики, идем дальше. Что здесь интересного? Губная помада с эффектом звездного сияния. Очень понравилась. Я ее тестировала, эту помаду, но себе не покупала. Что понравилось? Она не царапучая, то есть нет вот... Когда вы наносите на губы, то вы не будете чувствовать каких-то там вкраплений, которые дают вот это звездное сияние, создают эффект звездного сияния. И это было очень приятно. Она увлажняет. Такая приятная на губах помада. Так, далее. Еще две помады. Матовая и помада эликсир. Полный обзор есть на канале. Ищите прямо по названию. Вы посмотрите выкраску всех цветов, я прям на губах это делала, поэтому, конечно, восторг у меня от этих помад, на 100% рекомендую. И та, и другая прекрасно лежат на губах и оправдывают полностью вот серию Giordani, где я считаю, что это та самая люксовая линейка, в которой вот все прекрасно, и визуал, и состав. Щипчики для завивки ресниц, очень, кстати, классные помощники для того, чтобы уложить реснички, зафиксировать их. Только помните, что вы перед нанесением туши подвиваете реснички. Потом идет жидкая подводка Giordani Gold. И про подводку нужно рассказать. Она у меня была, но повторно я ее не заказывала. Мне больше понравилась подводка. Кстати, в серии, где-то я ее брала, в серии The One, такая есть подводка, чуть позже она будет, как раз я вам ее продемонстрирую. Она у меня закончилась, но даже ее я не буду повторять, потому что в серии On Color мне больше нравится подводка, и я ее заказала себе. Хотя они все по-своему классные. Что мне не понравилось в подводке Giordani, то что она моментально высыхает, и я не успевала. Я обычно медленно веду, вывожу аккуратненько этот хвостик, и оп, и высыхает. Надо заново опускать в флакончик, набирать еще новую порцию продукта, и это было неудобно. Вот с этой подводкой такого не было. А On Color шикарно, просто шикарно. Я не брала себе еще подводку маркер. Я ее пробовала, когда была в бизнес-центре. И я в восторге, в принципе, в восторге от этого дизайна, от формата именно в виде линера, но кончик — это кисточка.
И у меня есть несколько отзывов среди моих близких вот консультантов, кто всегда искренне говорит отзывы. Отзывы великолепные, просто. Я, конечно, слюни пускаю, когда-нибудь ее закажу. Далее карандаш для бровей. Конечно, респект этому карандашу, потому что настолько удобно, что с одной стороны вот эта кисточка, я все время ей пользуюсь, с другой стороны прекрасный карандаш, который шикарно рисует. И как раз сегодня вот рисовала бровки им и поточила. Видите, он такой тоненький, хороший, упругий. Можно вот так им поработать, потом перевернуть и лишнее где-то вот аккуратненько кисточкой убрать. Я, конечно, вам сейчас не показываю мастер-класс, как брови рисовать. Это все-таки моя рука. Но вот он таким вот обладает свойством. И немножечко вам покажу цвет. Смотрите, какой хороший цвет. Не слишком темный, не светлый. Он такой вот идеальный для... Если вот нужен какой-то просто вот один на все случаи жизни, то он как раз подойдет. И кушон тоже для бровей. Двухсторонний карандаш кушон. Кушон, не помню, кушон или кушен, правильно говорить, не ругайтесь на меня сильно. Два варианта цвета, его тоже очень хвалю, пробовала дважды, один раз в бизнес-центре, один раз, когда выезжали в Москву, я у коллеги Ольги попробовала, просто мне было очень интересно повозиться с ним, то есть не в торопях, когда в бизнес-центре просто там мазнула, такая, вау, классно, а именно не торопясь. А с одной стороны, карандашик, мы им рисунок делаем, а с другой стороны кушон, мы им заполняем, как раз создаем вот эту вот набитость, да, наполненность брови, пушистость, ее натуральность, очень понравилось, прям тоже думаю, что если вы себе его закажете, то у вас не будет ощущения, что вы взяли какой-то бесполезный продукт, напротив, используйте с удовольствием, потому что девчонки потом повторно его перезаказывают. Шелковая тональная основа флюид, я знаю, что она очень популярна среди обладательниц жирной кожи. Мне она не подошла, у меня ее видно на лице, она забивается в мои мелкие поры на носу, мне это не нравится. Почему так происходит, я не знаю, но все очень хвалят, и хвалят те, у кого кожа жирная. Кисть, роскошная кисть для нанесения тональной основы. Я люблю сейчас спонжики, а до этого долгое время я наоборот использовала только кисти и их всем рекомендовала. Но вот я думаю, что сейчас я опять вернусь к кистям, потому что заказала себе новую кисть. Буду про нее записывать какой-то мини-обзорчик. А сейчас я как раз таким спонжем пользуюсь. Он у меня такой большой, такой пухленький, когда я его намочу. А когда высыхает, такой маленький становится, прям малыш. Ну, конечно, он мне нравится, но так как он у меня уже долго, его надо менять. Поэтому я решила, что я вернусь к кисточке сейчас. Вот та самая тональная основа, которая мне очень-очень нравится. Сейчас ей пользуюсь. В основном ей у меня оттенок холодный. Подождите, где мой оттенок? Найдем код, и тогда все станет на свои места. Вот код 35780. Вот он внизу, холодный фарфоровый. Вот он, прекрасный тон. Смотрите, он немного полупрозрачный, то есть он не будет прям сильно укрывистым. Ну как он мне нравится, я его на лице не вижу, не чувствую, не знаю, все, я его нанесла, и его нет. И мне этого достаточно, я не люблю эффект маски на лице, чтобы прям вот положила тон и ого, так смотришь, думаешь, ого, слушайте, а вот эту я не помню, мы ее пролистали или нет, тональную основу, я вам ее не показывала, а почему-то я ее взяла, она должна быть в каталоге, я просто хочу показать вам разницу, это гармонизирующая тональная основа, возможно, она дальше будет, но мне кажется, интересно будет сразу ее сейчас протестировать, и я вот на одной руке сделаю как раз ее, а на другой, вот видите, какая она плотная, я ее прям чувствую, она так тяжело распределяется, и она заметна, но у нее и тон, правда, более темный, он мне сейчас вообще не подходит, потому что слишком темная для меня, а этот вообще не видно, то есть он у меня исчез и слился с моей бледной кожей. Но этот более плотный, то есть он хорошо перекрывает все неровности, недочеты. И, конечно же, лицо с ним выглядит моложе.
сразу вот какое-то появляется такое легкое сияние в этой тональной основе, есть как раз сияние. Ну и, конечно, сам флакон шикарный, я его чуть-чуть залапала, но это можно легко исправить легким движением руки, да, блеск возвращаем. Поэтому я беру разные тональные основы, одну, другую, чередую по состоянию кожи, по настроению, видите, по цвету еще. Скоро подзагорю, я, конечно, достану гармонизирующую и буду ей с удовольствием пользоваться. Вот такой вау-эффект. Далее, AZ крем, да, сейчас правильно, мультифункциональный матирующий крем-тон для лица AZ с SPF 30. У меня дочка пользуется как раз только этими тональными основами, ей очень нравится, и она просто перепробовала все и говорит, что все-таки этот лучше всего подходит. У нее кожа молодая, 22 года, и ей нравится, чтобы было незаметно, было легко и при этом перекрывал какие-то недостатки кожи, там прыщики, воспаления и так далее. Вот как раз гармонизирующая тональная основа, я чуть-чуть поторопилась, но вот я вам про нее как раз и рассказала, какая она классная. Когда я пользовалась в прошлом году, как раз был у меня легкий загар еще, вот я была в восторге. Я помню, я каждый раз наносила на лицо этот тон, еще SPF 35. Мне это так нравится, когда уже на этапе ухода за лицом, нанесения макияжа, я знаю, что я защищаю свою кожу отлично. То есть, если я выхожу днем на прогулку, то мне и не надо более сильных каких-то кремов наносить или тональных основ, кремов или тональных основ. Косметичка. Вы знаете, у меня есть на нее обзор тоже на канале, там несколько аксессуаров, когда были новенькие. Я записала обзор, мне она не понравилась. В ней все прекрасно. Форма, формат, дизайн. Черная, да, вроде бы все классно. Но я не хочу такую скучную косметичку себе в арсенале, чтобы она у меня была. Поэтому я ее забраковала. В принципе, она очень крутая, классная, удобная, легкая, вместительная. Конечно, в ней все супер. И суперстойкая тональная основа The One. Я, кстати, ее хотела заказать. Я за ней гонялась. Очень гоняла, смотрите, SPF 40, вот бы классно было взять. Я реально думаю, пусть будет, но ее не было на складе, сколько раз я пыталась заказать, ее не было на складе. Ну вот, я не знаю, может быть, я ее сейчас и закажу, хотя посмотрела запасы, думаю, стоп, всего так много. Здесь у нас есть матирующий праймер для лица, для жирной кожи классно подойдет. Пудра в трех оттенках, обожаю эту пудру, это просто классная матирующая пудра прекрасного качества, которая выравнивает тон кожи. Я ее обожаю, но у меня в какой-то сумочке осталось, честно говоря, я не нашла. Быстро глянула и забыла про нее. Так, далее у нас есть палитра консилеров. Здесь два варианта представлены, самый темный убрали. Но честно, у меня эти палитры не зашли, я забыла их взять тоже. Они у меня есть, но я не пользуюсь. Ну, не очень удобно, и не очень люблю много на себя наносить всяких средств. Мне достаточно консилер под глаза и тональная основа и пудра. Все, остальное там идет уже румяна, хайлайтер, все это классно. Но если проблемная кожа, если нужно с ней хорошо поработать, то, конечно, эта палитра классная. У нее очень хорошая подборка по цветам. У меня есть на канале обзор, посмотрите, я все три там тестировала, очень подробно про них рассказывала и все их пробовала и на лицо, и на руке. Поэтому посмотрите, и там вот полноценный обзор будет вам. Далее, помада для бровей. До того момента, когда у нас вышла новая палетка, вот которая свеженькая, прям недавно, с тремя оттенками, я думала, что лучше этой помады в мире ничего не существует, потому что она придает как раз бархатистость, ей удобно рисовать бровь, не видно каких-то там погрешностей, кисточка встроена прям вот сюда вот в колпачок, вы достаете там кисточка. Но когда вышла новая палитра, я сказала, вау, ничего лучше я еще не встречала. Шикарная палетка для контуринга The One. Два варианта, один в теплых оттенках, другой в холодных. Была такая у меня палетка. Когда-нибудь обязательно повторю, у меня еще осталось в одной части как раз вот это для коррекции лица.
половинка, а быстро закончился хайлайтер и румяна, потому что настолько в них классные цвета. У меня была холодная палетка, очень рекомендую. Там и качество, и там масштаб, их много, этих продуктов. Вы посмотрите, там 13,1 грамма, их много, действительно, и большое классное зеркало, с которым шикарно делать макияж. Так, по поводу помады, мне кажется, вот у меня как раз классический красный, не знаю, я увижу тут код, так меленько, ну, я думаю, что это как раз она и есть, да, точно, это она. Покажу вам цвет, потому что, ну, она классная, просто классная. Рисую, тут и кисточка удобная, и она стойкая, матовая. Безумно классная помада, рекомендую смело. Ну вот, к сожалению, только один оттенок могу вам продемонстрировать, но мои рекомендации вам: попробуйте, вы влюбитесь в эту помаду. И тушь с эффектом кошачьих глаз. Смотрите, какая кисточка огромная. Вот если сравнить, например, с кистью туши, тоже новинку у нас, которая гнется, она, по-моему, тоже в этом каталоге есть, иначе бы что она здесь делала. Смотрите, какая разница. Это просто огромная кисть, гигантская, но она удобная. Я, конечно, сторонник силиконовых кисточек, но и это мне понравилось. Вы видите, я даже использовала, но не выкидываю, чтобы вам показывать, потому что я ее люблю, и она давала мне действительно классные реснички, поэтому хвалю. Если вы любите тем более пушистые кисти, то вам она очень понравится. Средство для снятия макияжа. Я не знаю, как я без него бы жила, потому что ни одно другое средство мой макияж не удаляет. Хотя я не пользуюсь водостойким макияжем. Я называю ее «Медуза». Смотрите, вот так мы потрясли, и, соответственно, все смешивается. Но очень быстро отслаивается обратно, поэтому хорошо смешали. Наносим на ватный диск и прикладываем на глазки, то есть держим, держим, держим 30-40 секунд, потом аккуратненько спускаем вниз и вытираем нижнюю часть. Я так делаю, и мне очень нравится, как удаляется макияж, потому что я делаю его многослойный, у меня есть всегда база под тени, теней много, туши, стрелки, я рисую, внизу подвожу разными карандашиками и тенями, то есть у меня достаточно серьезный макияж, и тушь у меня всегда 3-4 слоя, это много, и мицеллярная вода не справляется, другие средства, розовенькая тоже серия Zevan не справляется, гидрофильное масло мне не подошло, у меня глаза очень чувствительные, и масло мне было некомфортно. То есть я попробовала раз, два, думаю, может быть, привыкну, потому что все хвалят, и оно действительно хорошо растворяет макияж, но не подошло, не могу им пользоваться. А подводку я вам уже похвалила ранее, давайте ей попробуем нарисовать, но она уже высохла, мне кажется, и она уже густая слишком. Очень черная, очень хорошая. Кончик хороший, тоненький, можно нарисовать. Ну, немножко у меня руки сейчас дрожат, трясутся. Но вы видите, она мне даже не закончилась еще. Я уже ее выкидываю. Классная подводка. Прям смело можно заказывать. К ней у меня никаких нареканий нету. А, тени. Забыла за тени. Но я их обычно вам всегда показываю. У меня их очень много. Я именно взяла себе большую магнитную палетку, в нее помещается 6 оттенков теней или 4 оттенка теней и румяна. Тоже здорово, как вариант с собой собрать. Мне нравятся тени Рэйфел, то, что можно собрать свои оттенки. Они как в наборах, у них бывает много оттенков, а половина не используется. Как вот у меня сейчас есть большая такая палетка, вернее, набор от Oriflame, я получала его в подарок по акции, и я вижу, что половина даже не тронутая, но я пытаюсь разнообразить макияж, но все равно обычно руки тянутся к привычным оттенкам, которые мы всегда используем на каждый день, у меня обычно 2-3 варианта макияжа. И вот забыла взять стики для макияжа, они тоже очень прикольные, но они какие-то бесконечные, мне кажется, они никогда не закончатся. И вы видите, один из них последний раз в каталоге. Я когда макияж ими делала, я показывала, что я только стиками полностью сделала макияж, он получился очень даже привлекательный. Лаки, вот лаки я обожаю, это мой любимый лак,
Но сегодня я другим красилась. Кстати, красилась лаком из серии, по-моему, The One. Вот такой маленький флакончик. Ужасная кисточка. Прям вот отвратительная. Я еле-еле крашу ей ногти. Но лак сам мне очень нравится. А кисточка классная. Вот именно в The One-овских лаках. Смотрите, какая она. Она такая вот закругленная, прям вот ложится по форме ноготочка, и даже не надо никаких усилий прилагать, а само все красится. Очень красивый оттенок, очень вот этот вот клевер. Я вам сейчас его покажу на коробочке. Аж дыхание перехватывает. Смотрите, какой он красивенький. Надо побольше, чтобы вы увидели, какой классный цвет, и все его заказали, потому что я его просто обожаю. В основном я им и крашу ногти, и все время перезаказываю. То есть, когда он заканчивается, там вот уже третья часть осталась, значит, скоро буду заказывать новый лак. Поэтому лаки можно брать любые, мне они все очень нравятся. Выбирайте цвет, который вам подходит, и, конечно же, будет супер. А вот чтобы снять лак, лучше этого жидкости для бережного снятия лака я не встречала. Она ужасно вонючая, но она самая лучшая на свете. Она снимает все. Лаки блестящие, лаки насыщенные, темные, черные. Любые лаки снимет безобразно быстро, без размазываний. Это что-то невероятное. Я беру просто маленькие кусочки диска ватного, отрываю, смачу, сразу все ногти наклеиваю вот этой жидкостью. И потом вот так снимаю, и ничего не остается. Я даже на каком-то видео, мне кажется, демонстрировала, как классно снимаются эти все лаки. Вот еще моя любовь. Это лак блестюшный такой. Как он у нас правильно называется? Топовое покрытие с блестками. Но я, кстати, зимой с таким удовольствием пользовалась без лака. Просто на чистые ногти наносила. Вот так вот выбирала себе, распределяла блестки, куда мне нужно. То есть можно и на лак будет положить, когда он высохнет, конечно. И отдельно. А как на ногах удобно. Вот нанесла, и все. И месяц можно совершенно спокойно ходить, пока не переделываешь педикюр. Это супер удобный. Ловите лайфхак. Я не знаю, я себе сразу новый заказала. Думала, вдруг их снимут. А вот видите, его и снимут. И вы будете потом думать, почему я не взяла себе такой классный лак. Но будет поздно. И есть у нас вариант, когда мы делаем эффект гель-лака без салона, без специального сушильного аппарата. Наносим гель-лак, сверху топовое покрытие закрепляющее. И сушим при дневном свете. Не при лампочке электрической, а именно при дневном. И он должен держаться до 11 дней, так заявлено производителем. Но у меня не держался ни один лак на свете, у меня не держится более 4 дней. То есть если лак у меня 3 дня, 4 на ногтях, это победа. Это какая-то моя вот особенность ногтей. Я даже когда делала покрытие гель-лака в салоне, он все равно у меня не держался, как вот у всех людей, у нормальных. Все равно даже бывало, что у меня сколы сразу какие-то, отслоения. Но такие ногти. Я на них не обижаюсь, мне очень нравится форма моих ногтей. И так как я люблю разнообразие, меня вполне устраивает, что я 3 дня хожу с лаком, я его легко сотру с помощью волшебной жидкости. Это занимает буквально прям минут, несколько, 2-3 минутки, все снимается, и сразу крашу новый лак, без проблем. А вот это топовое покрытие шикарно фиксирует, кстати, лак. Спасибо, кто мне это подсказал, потому что я искала себе топ какой-то фиксирующий, и как быстрая сушка, но лучше все-таки этого ничего не нашла. Мне нравится, поэтому рекомендую еще такой лайфхак. По поводу карандашей. Была у меня идея заказать себе вот такой зелененький, как он правильно называется, олива, и не вижу, что написано. Но потом убрала его из корзины, я поняла, что у меня так много всяких карандашиков, и я просто не успеваю ими пользоваться, и мне действительно они нравятся, и зачем еще, когда другие пропадут. И убрала его из корзины. Классная точилка, остальное все не пробовала, не знаю, знаю, что компактная пудра без зеркала. И очень крутой BB-крем. Вот все его хвалят. И кто берет один раз, потом все время закажи, закажи, закажи. Но я не пробовала, себе не брала. Тушь, кстати, у меня в оттенке коричневый, правда, но зато я вам продемонстрирую классную кисть. Она веерная,
Она очень хорошо прокрашивает реснички, то есть вы будете, мне кажется, очень довольны этой тушью, если любите особенно пушистые кисти. И у нее прекрасная цена. Цена всего 189 рублей, это же супер. И есть карандаш для стайлинга. Очень классная штука, тоже у меня брали и хвалили. А я вам похвалю еще один лак. Видите, у меня сегодня тема лака не отпускает. Это шоколадное молоко. Шоколадное молоко. Мы сейчас его тоже попробуем на нашей помощнице-коробочке. Видите, какой лак. Шикарный. В один слой все лаки в Oriflame наносятся в один слой. Это очень удобно. Он быстро сохнет. И, пожалуй, он у меня сейчас в любимчиках. Я то им крашу, то вот этим, или вот тот, который я вам показывала до этого. Вот у меня три любимых лака. Я сейчас почему-то не крашу, давно уже не красила ярко-красными, хотя раньше любила фиолетовых, у меня много сиреневых, зеленых, но, может быть, летом начну красить. Очень классно. Шикарный отзыв я получила от, как я называю, адвокат бренда. У нас есть в команде Леночка Пронина. Боже, как она четко всегда пишет о продукции и критику, и хвалит. То есть, если хорошо, то это хорошо. Если ей не понравилось, то ну все, все бегите, да, никто брать не будет. Она так напишет, что в обморок упадете. Она очень похвалила тени. Я себе не заказала, потому что у меня предостаточно. Ну как она выложила макияж с этими тенями, как это красиво, как они классно лежат, цвета, подборка цветов. Супер! Вот хвалила прям от души. Если вы думаете брать или нет, но палетка классная, тем более что здесь два оттенка для бровей, то есть у вас будет 6 оттенков теней, а то что для бровей, их тоже можно красить как тени, кстати, тоже вам такая фишка, матовые будут. Помады, классные кремовые помады в серии One Color. Девчат, ну что говорить, ну то что хорошо, то хорошо, но правда упаковка не вычурная, не какая-то там, но обычная, но они классные по качеству, поэтому смело можно брать и рекомендовать другим. Вот что я буду заказывать Мише — очки, я ему покажу, я думаю, он скажет да, потому что у него были и сейчас есть синие такие мужские очки, были года, наверное, 3 назад, может быть 4 даже уже. Какие они шикарные, и даже я у него их иногда беру, но они уже потерлись, конечно, валяются как попало. Неужели мужчина будет там в мешочек класть или в какой-то специальный футляр? Нет, конечно, они валяются в машине, естественно, они испортились уже. Я думаю, что это будет классная покупочка. У нас выходит, смотрите, набор дорожных контейнеров. Важно иметь такой набор, чтобы не таскать с собой огромные бутыли с гелями, шампунями и так далее, и тониками, и что-то там, мицеллярную воду, все перелили в контейнеры и с собой берете, и крем также отложили. Набор маска и резиночка. Ну, на мой взгляд, это дорого. 1000 рублей? Я, честно, нет. Хотя раньше, мне кажется, я также дорого покупала в Oriflame маску, я ее уже сколько лет использую. Она такая ярко, с одной стороны черная с такими точками, а с другой стороны ярко-розовая фуксия. И был такой прикол, когда я ухаживала за мамой в больнице, меня пустили вот буквально зимой, и я Мише пишу: Миша, принеси мне обязательно маску. Я имела в виду маски на лицо, да, защитные, потому что ситуация, да, такая. Что вы думаете, он мне передал мою маску на глаза? Ну просто вся больница хохотала до слез, все смеялись, я им показала, все просто хихикали. Конечно, пошло бы быстрое выздоровление у людей, но потом мне медсестры дали целую пачку масок, говорит: на тебе, за то, что так развеселила, и не мучай мужа, пусть он ничего больше не приносит. Так, у нас выходит новая пляжная сумка-холодильник и пляжное полотенце на петле. Ну здорово, на пляж едем, с собой берем продукты, там кушаем, водичка холодная, да, всегда очень удобно. Удобно то, что здесь вот есть как раз, мне кажется, это и есть холодильник, вот тут вот в нижней части на молнии, то есть сверху мы кладем полотенце пляжное, а внизу солнцезащитные средства надо будет спрятать в холодильник в этот и так далее, ну водичку, естественно, здорово. Украшение Норхен.
Конечно, они все красивые. Мне нравится вот это разнообразие. Вы откройте отдельный каталог, посмотрите, сколько там коллекций. Думаю, что будет у нас какая-то новая коллекция скоро. Да, он уже ждет нас на сайте. Я еще не смотрела. Я не знала. Я сейчас побегу его смотреть после того, как запишем видео. Конечно, красивые украшения. Конечно, они не на каждый день. На мой взгляд, это больше вариант праздничный. Но благо, что стали делать некоторые коллекции, которые можно использовать на повседневную носку. Мужские ароматы. Боже, сколько в этом каталоге еще продукции. Я уже листаю. То же самое. Заказываем пробник. Дегустируем вместе с любимым, чтобы подходило и ему нравилось, и вам нравилось. Потому что если кому-то одному не нравится аромат, так не должно быть в парах. Однозначно это совместный подбор как женского аромата, так и мужского. Ну, если вы не в паре, да, себе выбираете ароматы, также через пробник. Потому что описание может быть красивое, а попробуйте и не понравится. Слушайте, как мне нравится новый вот этот Е-каталог, то что он весь такой подвижный. У меня такое чувство, что я не одна сейчас вам рассказываю о продукции, а со мной вот очаровательный такой мужчина, очень симпатичный. И мы можем здесь почитать о продукции, да, вот нажимайте на глазочки, на всякие, там, а это для глаз, да, сумочки, там какие-то подсказки, все это можно нажать. Мне очень нравится новый каталог, он какой-то бесподобный. Так, пролистала, заболталась. Мужская серия Novage для ухода за мужской кожей. Кожа у мужчин отличается от женской, поэтому, конечно, если вы хотите видеть рядом с собой ухоженного, красивого мужчину, то закажите ему такой набор. Я Мише заказывала в подарок, у него сейчас уже он практически закончился. Я думаю, что надо заново заказать. Почему? Он мне понравился. Мне очень нравится, какая у него кожа, как от него пахнет. Потому что у Михаила выраженная Т-зона, и он все время мучился вот этот жирный нос с широкими порами. А когда начал пользоваться этим набором, проблема ушла. Ушло шелушение, ушла сухость, ушли вот эти поры, выделения кожные. Ну, просто здорово, вот правда здорово. И есть у нас отдельно защитный гель для бритья. Многие мужчины, кстати, именно гель предпочитают. И успокаивающий крем-гель после бритья. И это Novage. Это уже другой уровень абсолютно. Вы же понимаете, да, что можно и мылом, в принципе, умыться. Ну, если подходит, давайте умываться мылом. Так, здесь у нас серия, в которой входит состав мыла, которым, кстати, можно умываться. Оно убирает блеск. Кстати, сейчас вот у Миши это мыло именно, потому что Novage кончилось, у него еще там сыворотки, по-моему, немножко и крем, потому что мужчина не пользуется каждый день, как мы утром и вечером, но 2-3 раза в неделю он просто делает этот уход, и это классно. Далее гель для душа и шариковый дезодорант антиперспирант. Мужская косметичка дорожная, то что тоже удобно. И еще один набор, в который входит гель-скраб, то есть там такие частички от шелуши, он очень вкусно пахнет. Я сама им тоже купалась, мне понравилось. И тонизирующий гель после бритья. Ну и, конечно, мужская такая брутальная черная мочалка. Для себя любимые, да, мы все говорим о внешнем уходе, но у нас же есть еще красота изнутри. И вот я вам сейчас похвалю пребиотический напиток. Я его получила буквально, вот заказала в 6-м каталоге, получила его в середине каталога, потому что там из-за праздников были поставки. То есть я его получила на второй неделе 6-го каталога. И вчера у меня вдруг разболелся живот. Вот просто мне угостили салом вкусным таким в луковой шелухе, что ли, сваренным. Я его объелась очень вкусно, потому что... И пребиотик меня спас. Я выпила всего 2 порции вчера. 2 порции, потому что мне прям было плохо, но я не хотела пить ножку, чтобы убрать спазмы и облегчить страдания. Я просто выпила, и мне стало легче. Утром выпила и в обед. Прекрасный продукт. Я его вам очень рекомендую. Он как спасатель, да, сос. Вот. Чип и Дейл, как угодно его назовите.
Я его недавно вам как раз хвалила при обзоре. Это он работающий, я его знаю. Я не пью его регулярно, но когда я чувствую, у меня дискомфорт в животе, я его пью. Он очень классно помогает без лекарств. Это супер напиток. Я вам, кстати, состав показала. Wellness Pack. Тоже давайте-ка я вам его расхвалю как следует, потому что я переболела ковидом. Это было зимой, по-моему, это был конец января, начало февраля примерно, да, вот такое время. Мы пили витамины, потом пошло вот сейчас повышение, и я примерно полтора месяца пропустила. То есть я пила вот так от случая к случаю. Что стало со мной? Это реально была очень большая ошибка — прекратить пить витамины после болезни. Наоборот, надо было пить постоянно и усиленную дозу. Но я что-то там пропустила, устала я от всего этого и решила, наверное, сэкономить. Хотя есть витамины в запасе, на каждого по две пачки лежат. И что я вам хочу сказать, ребят, это стало со мной что-то ужасное, тем более сейчас весна. Переход из зимы в весну — это всегда для организма большой стресс. Я стала уставать, я просто стала чувствовать себя как разбитая калоша. Просто я днем спала каждый день, я могла проспать днем 1,5-2 часа. То есть я вот ночью сплю, потом после обеда я понимаю, что у меня нет сил, меня плющит, у меня есть такое выражение, меня плющит, Миша говорит, иди спи. И просто я сплю, я встаю, и нет энергии, нет вот этого задора, как обычно. Смотрите, что я делаю, я говорю, Миш, почему мы забросили витамины, давай попробуем, начнем их пить, может быть, мое состояние, ну, вернется. И вот сейчас я пью 7-й день, сегодня выпила. И, о, счастье, я вернулась так быстро. То есть это такой контраст, что я стала себя чувствовать энергичной, наполненной, у меня больше сил. И даже днем я ложусь, я не засыпаю, я просто прикладываюсь, чуть-чуть полежу, чтобы тело отдохнуло, потому что много за компьютером, мало двигаюсь. Я просто распрямляюсь, немножечко полежала 15 минуток, встаю, дальше я полна энергии и сил. Ребят, вот она сила Wellness Pack. Тут омега, астаксантин и мультивитамины, минералы. Все, пьем на постоянной основе, тем более, что вернулись такие классные цены, наши привычные, любимые. Кстати, возвращается подписка Wellness. Я, правда, не знаю пока точной информации на все это продукты или нет, но... благо, что она тоже возвращается. Вот еще вам покажу коктейль. Кстати, выпила с удовольствием 2 банки подряд. Вернула свой стройный упругий животик. Кстати, да, прям вот реально хорошая чистка, наверное, получилась, потому что прям я ощутила, как это работает. Не знаю, получится вам показать. Приоткрою. А вот ванильный немножко тормознул. Сейчас опять хочу пропить эту банку, потому что здесь начали пить и бросили, не допили. Сейчас вам наберу порошочки. И этот коктейль — это полноценное питание. Это не просто коктейль, как у нас клубничный, ванильный, да, есть вот как перекус, а этот коктейль реально замена одного приема пищи или 2 приемов пищи, в зависимости от того, хотите ли вы сильно и быстро постройнеть, чтобы лишние ушли килограммы. Но это такая прелесть, какая легкость появляется, когда вот кушаешь один раз в день вместо привычной еды этот коктейль. Но я вот на себе ощутила. Единственное, мне, конечно, не надо стройнеть, видите, да, что у меня как бы нет проблем с лишним весом, но живот, он вырос из-за того, что постоянно сидим дома за компьютером, все это влияет, естественно. Видите, будет скидка на витамины, мультивитамины, минералы, мужские и женские. То есть их тут в баночке у меня чуть-чуть осталось, надо будет тоже допить. И это здорово, что можно по отдельности заказывать. Да, мы смотрим по бюджету, и, например, не хватает на Wellness Pack, да, на целую коробочку. Можно начать с витаминов просто. Масла. Коллекция Mint and Mood. Давайте-ка я вам кое-что расскажу. Мой выбор — это роликовые, уже готовые, которые можно использовать. Масла. Вот эти классная коробка, все так вот упаковано хорошо.
Мое любимое масло – это релакс. Без него я просто жить не могу и не хочу, потому что я трудно засыпаю, не быстро, и иногда мои мысли меня не отпускают. Но это масло помогает. Я просто наношу себе вот сюда, хотя там в описании есть специальный журнал. Другое место, на ногах, на ступнях нужно носить. Ну, я и на ступни, но я наношу здесь. Что я делаю? Я его вдыхаю прямо из флакона, потом я вот так растираю и вдыхаю, вот так просто беру и медленный вдох, медленный выдох, делаю так несколько раз, 5-10 вдохов, выдохов, и я расслабляюсь, вот у меня становится легкая голова, никаких мыслей, вот это чудо, просто супер. Потом я заказала себе спрей, у нас вышла новинка в прошлом каталоге, я обожаю все спреи, диффузоры, все вот меня это очень радует. Я заказала спрей релакс, то есть я когда увидела, что это релакс, то я сразу его схватила, но здесь преобладает цитрусовая нота, а мне вот именно нравятся ноты лавандина и сандалвуд, что вот оно такое мягкое, спокойное, а цитрусовая нота, она меня немного возбуждает. То есть я не увидела такого эффекта, что я прям стала такая спать. Но для помещения классно, прям очень понравилось, подходит там спальня, можно просто в комнате распылить. Но тут же написано еще, что его на тело можно распылять. Что я сделала? Я стала пользоваться как духами. Потому что, ну, вкусненько, правда, цитрусовая нотка, так легкий такой позитивный аромат получается. И я наносила прямо на зону шеи несколько дней, и у меня пошла аллергия. Слушайте, вот не повторяйте мой грустный опыт, потому что все-таки, если мы говорим распылить и использовать для тела, то это распылить и войти в облачко аромата, а не прям вот прицельно, как духами пользоваться. Вот. Но в целом хорош. Не знаю, его, мне кажется, очень надолго хватит, но вряд ли я его буду перезаказывать. Нет, немножко не то я люблю. Мне все-таки нравятся вот масла. Масла это просто, они великолепны. Мы переходим к уходу за лицом, и в Oriflame огромный ассортимент уходовых средств. Есть вот сыворотки антивозрастные с ретинолом, это просто бомба. У меня вот как раз закончилась практически эта сыворотка, то есть ее прям вот все, вот я ее использовала, в пустые баночки отдаю, здесь кнопка, средство в пипетку, и мы используем на коже, убирает глубокие морщины. Есть средство, это с 6% содержанием аха-кислот. То есть это обновление клеток, это домашний салон красоты. Девочки, вы просто представьте, никуда ходить не нужно, дома все спокойно делаем. Целые комплексные антивозрастные уходы, их очень много. Антивозрастной уход подбирается под проблему. Я бы даже вам рекомендовала смотреть не на возраст, а именно какую задачу с кожей вы хотите решить. Если вам нужно, вот чтобы кожа была такая сияющая, свеженькая, румянец появился, вам нужна энергия. То есть это будет и увлажнение, и питание кожи, и очищение, все в этом комплексе. Если кожа чувствительная, то вы берете себе комплексный уход, специально нацеленный на чувствительную кожу. Если, тут, кстати, есть продукты по отдельности, по более такой всегда приятной цене, но здесь вот скидки я не вижу. Крем комфорт отдельно вынесен. Массажер для глаз. Кстати, он не крутится. У меня девочки пишут, он должен крутиться. Я подумала, не знаю, мне кажется, должен. Оказывается, он не должен крутиться, это не брак, если вы будете выписывать. Серия «Экологена» — это моя любимая серия. Я даже вам ее принесла показать, потому что я ее просто обожаю. Вот смотрите, полный уход. Очищение — раз. Крем для кожи вокруг глаз — два. Сыворотка под крем. И сам крем, еще и ночной есть, то есть дневной и ночной. 5 продуктов, целый набор, который хватает в среднем на 4-5 месяцев, кому-то на полгода. Есть продукты, вот, например, очищение, мне его надолго хватает, а сыворотка быстрее заканчивается. То есть все по-разному. Если у вас, то есть много морщин мимических, то это коллаген. Если у вас падает овал лица, то есть нужен лифтинг, поддержка, то это вот сиреневая серия Ultimate Lift. Дальше
У нас антивозрастная серия, то есть для взрослых женщин, у кого уже и глубокие морщины, и мимика, и сухость. То есть нужно вот эту зрелую кожу восстановить, тогда вы берете этот набор. А если пигментация, ну помните, что пигментация от солнышка, не от проблем внутренних по здоровью, да, вот бывают пигментные пятна, там вылазят на лице, появляются, такое слово вылазит, не очень какое-то красивое, то, конечно, если это от солнца, то вам эта серия поможет. То есть лицо осветлится, кожа станет более светлая, ровная и так далее. Вот, кстати, то самое гидрофильное масло. К маслу претензий нет, мне очень оно понравилось, как оно очищает кожу, вот оно превращается в молочко, когда мы его смешиваем с водичкой потом. Но я его не стала перезаказывать. Я не люблю долгих процедур. Мне хватает вот этого средства. Прекрасно очищает кожу. Просто делаю периодически масочки очищающие. Как периодически? 2 раза в неделю обязательно делаю. И есть у нас эмульсия против воспалений и гель против воспалений. Вы знаете, они сработают быстро и очень эффективно. Если вот у меня, например, прыщ появился, это бывает раз в 100 лет, и он такой ситуационный, и он быстро проходит. Я утром встаю, прыща нет. А вот если у моей дочки, то есть проблемы на гормональном фоне, и прыщи, они просто вот лезут, то эти средства не справляются. Они чуть-чуть как бы вот помогают, но на 100% не убирают. А у меня вот убирают идеально просто. Серия «Королевский бархат». Как же ее все любят, женщины, взрослые, у кого сухая кожа, потому что крема жирненькие, сытненькие такие, они упругость восстанавливают кожу, шикарные капсулы, шикарные. Вот я прям рекомендую, они подтягивающий эффект дают, особенно если взять прям курс 28 дней сделать, увидите классный эффект. Серия «Оптимус» – это уже более бюджетная серия, да, бюджетная, потому что сами видите, цены такие вот лояльные, очень доступные. Здесь у нас есть средство, кстати, я пользуюсь, мне так нравится вот этот спрей. Он идет как термальная вода, как тоник, как просто освежить лицо, да, под макияж нанести. Слушайте, вот классная штука, кстати, долгоиграющий какой. Я им все лето пользовалась, в прошлом году вышла серия. Изредка осень, зима, вот весна, ну в неделю 2 раза точно брызгаю, а то и 3. Ну вот иногда так распылю, просто нравится, какое состояние кожи. А потом сверху крем наношу, мне нравится. Очень понравилось мультифункциональное очищающее средство, оно с отшелушивающими частицами идет. И далее вы подбираете, читая, это увлажняющий дневной крем для комбинированной кожи, потому что есть похожие баночки, они идут для сухой кожи. Бустеры только смешивать с кремом, отдельно не используются. Бустер — это не сыворотка, его надо капнуть, крема добавить, смешать и перенести на кожу. Роскошные маски, очищающая глиняная и увлажняющая. И на любой эффект тоже мы пользуемся, очень нравится. Люблю очень маску-пленку, всем рекомендую. Вот этими средствами я не пользовалась, мы их рекомендуем для молодой кожи, проблемной. То есть уже начиная даже, бывает и в 12-13 лет проблемы у девочек, у мальчиков, уже можно пользоваться. Шикарный аппарат Skin ProSonic 3 в 1, но я бы его взяла только даже из-за насадки массажной. Это волшебная насадка, потому что вот для ленивых, кто не хочет изучать фейсбилдинг, да, массаж кожи, просто взять этой насадкой, поводить по коже, это уже идет расслабление, мышцы отпускаются, все спазмы, кровообращение усиливается. Вот я такая лентяйка, я пользуюсь этой насадкой, только я здесь не вижу. Как бы, ну, она есть там, точно есть. 3 насадки вам придет в комплекте, и можно отдельно заказывать насадки сменные. Смягчающие средства, как я их люблю. Как раз у меня с маслом клюквы попалось, потому что у меня их много разных. Можно взять набор, а можно взять отдельно смягчающее средство с маслом клюквы. То есть вы берете это средство чуть-чуть на губы, на глаза, на кутикулы, на пятки, все, что сохнет, все, что нужно смягчить, болячки какие-то, чтобы отвалились быстрее. Волшебник, просто маленький волшебник. Серия Essentials для осветления. Здесь у нас очищающее средство представлено 3 в 1.
осветляющий. Есть универсальный крем для лица и тела. Кстати, тоже пользуется популярностью, но лично я никогда не пробовала. Есть у нас тут щеточка для очищения лица. Ну, личного отзыва нету. Зато я вам с удовольствием расскажу про серию Love Potion, потому что у меня дочка ей пользуется. Мы всегда берем очищение какое-то, кроме кокос и алоэ, потому что здесь идет в виде молочка. А мы любим, чтобы это пенилось, да, в виде геля было. Здесь у нас есть тоники для кожи и мои любимые маски. Где маски? Неужели они тут не представлены? А маски не представлены даже. Ну, как жалко. Ну, тогда смотрите, здесь есть крем для лица, разный вариант. Для более, для сухой кожи, для нормальной, для склонной к жирности с чайным деревом и лаймом, а для нормальной сухой с кокосом и алоэ. Я уже, знаете, так особо не акцентирую внимание на название, но я думаю, вы прочитаете, вы поймете, да? Я просто хочу сказать, что по типу кожи здесь не расписано, но по сериям я вам скажу, что более мягкая, деликатная с кокосом, а более такая жесткая для комбинированной жирной кожи чайное дерево и лайм. Вот такое распределение. А есть еще серия с органическим абрикосом и апельсином. Вот в ней шикарный гель, он с отшелушивающими частичками. Но если у вас проблемная кожа, то не берите, потому что она все-таки будет скрабирование легкое делать. И маски. Маски я люблю все. Вот какие они в Oriflame классные. Вот любую возьмешь, бюджетную, подороже, самую дорогую. Я их все люблю и от всех вижу эффект. И я их все время чередую, то одну, то другую, то третью. Вот как раз пользовалась разглаживающей тканевой маской с персиком. Какой аромат! Мне хотелось просто взять эту маску и съесть. Настолько это натуральным персиком, спелым, сочным пахнет. Ну, это просто кайф какой-то, наслаждение. Масочки вот такие маленькие, как вот продают в магазинах, бывает порционные сливки, джемы какие-то. Вот это тоже порция на один раз. На мой взгляд, это дорого. Это прям вот, ну, на раз маску. А с другой стороны, ну разве для своей кожи можно, да, говорить, для тебя это дорого? Она же изнашивается моментально. Платье мы можем поменять, да, вот затяжка, дырка какая-то там, цвет поменяла, выкинул, новый купил. Кожу-то вы не поменяете, вы понимаете? Вот у меня появились возрастные изменения, морщинки, там какие-то заломы. Вы не представляете, как мне грустно. А самое главное, что я понимаю, что моя ситуация достаточно приличная, учитывая, что мне 48 лет уже вот будет на днях. И все благодаря тому, что я постоянно ухаживала. Я никогда не стояла за ценой. Если вот выходит на Вэдж, стоит набор 7 тысяч, ну и что? Я лучше себе шмотку или туфли новые не куплю, а уход за лицом у меня всегда на первом месте, потому что у меня паника. Я не могу решиться, как другие девочки пойдут, там уколы в лицо сделают или операцию. Я этого очень боюсь, и если я к этому когда-то в своей жизни приду, я даже не знаю, какие это будут обстоятельства, потому что я не склонна к этому. Так. Если уж мы говорим о коже, чтобы сохранить ее молодость, то и один из первых факторов старения кожи – это фотостарение. И сейчас мы начинаем обнажаться, снимать с себя одежду и пренебрегать уходовыми и защитными средствами. Нельзя, ни в коем случае. Идете загорать, возьмите тюбик крема, дома нанесите, чтобы он дома впитался, и потом уже идите загорать. И вы избежите вот появления пигментных пятен нежелательных, избежите неприятностей, которые могут быть с тяжелыми последствиями, потому что пигментацию еще можно как-то скрыть, замазать, удалить, да, могут быть более серьезные последствия. Я говорю сейчас не о морщинах, потому что морщины тоже появляются гораздо быстрее у тех, кто не наносит защитные средства. Вот, так я вас напугаю немножко. И серия Optimals
осветляющая тоже себя классно зарекомендовала. У меня несколько клиенток постоянных на эту серию. Постоянных. То есть берут и говорят: слушай, как классно, какая чистенькая кожица, всегда светленькая, моложе выглядит. И он тоже с SPF 20, хороший фильтр. Дальше нас ждет продолжение серии Novage. Мультифункциональный защитный крем аж с SPF 50, это очень классно. Интенсивный антивозрастной крем для рук, который делает кожу рук более молодой и убирает пигментацию. Ночная маска, волшебница, наша любовник, да, маска-любовник мы ее так называем, потому что мы ее наносим на ночь и не смываем. Не смываем. Кстати, вам похвалю вот эту лопаточку, которой я пользуюсь, ей так удобно брать масочку, распределять на лицо. Тоже, мне кажется, вечная лопаточка, потому что у нее очень хороший материал, ее легко помыть, и все маски ей наношу. Довольна, очень. Можно, прежде чем брать полнообъемный крем, сначала заказать пробник, попробовать несколько дней, чтобы понять, коже нравится или нет. Зубные пасты, девочки и мальчики. Слушайте, как не... Вот сегодня буквально в чате официальных обозревателей одна из официальных обозревателей рассказала про зубные пасты. То есть она переговорила со стоматологом очень хорошим и скинула нам и ее обзоры этого стоматолога. Она в магазине делала как раз разбор паст по составу. Она очень поругала пасту Colgate, что в ней очень много абразивных веществ на первом месте, и очень похвалила наши пасты. Она посмотрела состав и сказала, что эта паста по составу не уступает очень дорогим профессиональным пастам, поэтому одобрена ассоциацией шведских стоматологов. Видите, вот здесь значок. Поэтому пользуйтесь с удовольствием и радуйтесь, что у нас недорогие пасты, и они очень эффективные. Кстати, щетки классные, зубные. Мы тоже пользуемся, нам нравится. Для ног такое разнообразие. Смотрите, все. Удалить ненужное, спасти от мозолей, да, подложить силиконовые подушечки всякие, всевозможные. Хороший ассортимент, очень классный. Люблю серии, конечно, вот... новогодние, но сейчас как-то, вот знаете, этот аромат, он не очень вписывается в лето, поэтому не стала бы сейчас заказывать. Вот зимой обожаю вот этот пряности, ассоциация с Новым годом, с выпечкой, с такой новогодней. Но сейчас как-то даже не хочется им пользоваться, у меня такой крем лежит, ну и лежит пусть пока до холодов. Только недавно закончила вот этот набор «Клюквенное блаженство». Вот действительно блаженство. Вот с первого взгляда мне понравился вот дизайн упаковочки. Красиво все. Очень все подобрано как-то с душой. По качеству, прелесть. Вот этот крем, он как раз вот когда холода были, мы им пользовались, крем для душа. Он уже на этапе купания увлажняет кожу. А крем для тела, ой, какой он классный. И, конечно, выгодно брать в наборе. Крем так впитывается здорово, и такая кожа легкая, аромат такой легенький, невесомый. И вот мы дошли до моих любимых гелей. Я все гели пробую в Oriflame, но есть вот те, которые просто гели, а есть гели, которые необыкновенные. И это серия Feel Good с натуральными эфирными маслами. И соотношение цены и качества, конечно, перевешивает в плане, что мы очень дешево берем такого высокого качества гель для душа. Попробуйте хотя бы раз, вот любой аромат возьмите, я вам сейчас показывала, он здесь не представлен, но мне больше всего мне нравится сливовый, я его обожаю. Возьмите любой, один раз попробуйте, вы влюбитесь в эту серию и скажете: спасибо, Лиля, спасибо, Донскова, что снимаешь такие ролики и рассказываешь нам. Мыло Discovery, мое все-таки как бы в приоритетах по цене и по качеству, мне очень нравится. Шикарная щетка для того, чтобы помыться как следует, да, оттереть кожу. Детская серия с нуля, то есть только вот родились, уже можно этой серией пользоваться, она совершенно безопасна. А эта серия уже для более таких большеньких, 2-3 годика, когда уже начинают просить свой парфюм, свою помаду, да, чтобы все свое было. Да, пожалуйста, вон какая вкуснятина. Серия для волос. Вот у нас сейчас закончилась Элио, как раз была серия. Ну что сказать, это роскошная серия.
Нам она подходит, безумно нравится и по аромату, и по составу, и какие волосы живые, красивые. Слушайте, какая красивая модель, я только сейчас заметила. Какой-то неземной красоты просто девушка. А вот про масла я вам скажу, что без них я своих волос вообще не представляю, как они будут жить. Потому что масла это... Сейчас заканчивается. Масла я беру, растираю вот так на пальчиках и переношу на волосы. Их не надо смывать, но волос становится ровным, напитанным, сухость уходит, волос блестит, нет вот этого вот на кончиках такого, чтобы они как-то топорщились. Ну это любовь, это вот ценные масла для волос. Пахнет как вкусно, поэтому обязательно рекомендую пользоваться. Волосы любят уход. У нас прекрасные щетки в хорошем ассортименте, то есть можно взять такую массажку, такую. Для начеса какая классная расческа у меня есть, я иногда делаю себе объемчик. Слушайте, это супер, никогда такого я не встречала, чтобы настолько удобная была расческа. Есть петля, кстати, я ее купила, ни разу не попробовала, представляете? Вот как так? Я про нее просто забыла. Я все, ой, надо как-нибудь попробовать. Надо, 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 ни разу не сделала. Но я не очень люблю прически такие крутить. Я косы сплету и все. Так, средство мультифункциональный CC-крем для волос. Особенно, знаете, кому понравится? У кого волосы путаются или статика, вот, да, статическое вот электричество по волосам, они как одуванчик стоят, пушатся. И для того, чтобы волосы стали гладкие, блестящие. Защитный шампунь с эффектом климат-контроля. Я, кстати, всю зиму брала себе их, и сейчас они у меня есть, тоже набрала. Как-то они вот по акции в наборе были очень выгодно. И сухой шампунь для придания объема. Работает ли он? Да. Как палочка-выручалочка. Пользуюсь иногда. Не злоупотребляю, но иногда пользуюсь, потому что иногда не успеваешь вымыть волосы, а надо быстренько их привести в чистый вид. А здесь гиганты шампуни. 400 миллилитров объем, тоже разные, смотрите по задаче, какая вам нужна задача, такое берите, очень выгодно. А вот медовые шампуни у нас тоже практически всегда дома есть, этот наборчик нам нравится, потому что такое питание хорошее волосам, а когда волосы длинные, то они естественно на концах сухие становятся, а бывает, что кожа головы тоже сухая, то однозначно этот шампунь спасет. Но для жирных волос ни в коем случае не рекомендуйте. Не понравится человеку, да, и будет говорить, фу, Oriflame шампунь не очень. Вот, и маска. Маска тоже есть, она уже закончилась практически. Чуть-чуть осталось на разочек. Она как пахнет, как она хорошо питает волосы. Классная маска, тоже рекомендую. Для сухих волос особенно. Здесь у нас питательный крем для рук и тела, тоже мед и молоко, знаменитая серия в Oriflame. Крем-мыло, такой большой, хороший кусочек, плотненький, такую пеночку дает мягенькую, увлажняющую. Крем для душа, то есть мы купаемся и сразу ухаживаем. Здесь у нас серия для рук, то есть все крема для рук и мыло в одной серии. Что я хочу сказать, вот аромат... Цветочной серии мне не понравился, честное слово. Аромат розы очень насыщенный, то есть прям слишком розовый аромат. А вот два крема питательный и защитный, они, это беспроигрышный вариант. Они настолько классные, такие сытные, достойные очень крема. И у них здесь большой объем по 150 мл. Это прекрасное предложение, можно смело брать. Так, дезодоранты. У нас есть спреи, есть крем-дезодорант, а есть еще шариковые, они, наверное, будут дальше. И для интимной гигиены гели по 300 мл объем. И есть смягчающий лосьон для интимной гигиены. Вот обратите внимание на эту серию, тоже настолько она у нас, мне кажется, знаменитая, популярная. И, не знаю, мы без нее уже не знаем даже, как жить дальше. Так, ну мыло из серии Swedish Spa я вам практически показала, потому что мы на нем делали выкраску. Но у меня новенькое, я его положила уже в ванную, чтобы начать пользоваться, но еще не начала. Мне нравится аромат этой серии и то, что мыло с массажным эффектом. Я делаю массаж, то есть наношу на мокрую кожу.
и оставляю немножечко, то есть пока там пяточки потру и так далее, а потом беру мочалочку и начинаю все это еще раз вспенивать, и с меня прям вот кожа слазит, как в баньку сходила. И в этой серии есть еще один продукт, про который молчать невозможно, и я его порой забываю взять на демонстрацию, потому что он у меня лежит в спальне, в косметичке. Это маска для рук, несмываемая. То есть вы берете вот этот густейший крем-маску, наносите на ночь, я на ночь наношу, и с ней засыпаю. А утром встаю, и смотрите, какие у меня руки молодые. Вот я недавно записывала как раз видео, как ухаживать за руками, чтобы они не старели. В основном с возрастом кожа истончается, становится морщинистая, тоненькая. Оно, конечно, есть, но не так сильно, потому что я очень щедро мажу руки кремом. Постоянно, я в день много раз мажу кремом, а на ночь делаю вот эту маску. И я очень рада, что она у нас в каталоге есть, и у меня здесь она практически новая, можно сказать, но я все равно закажу и положу в запас, потому что это чудо-маска. Берите, девчонки, смело. Там все продукты классные в этой серии, но вот маска, она такая жирная, густая, ей надо время дать питаться, я прям густым слоем наношу, не тороплюсь уже, и несколько минут полежала, она впиталась, а я засыпаю. Новая серия, смотрите, с органическим зеленым чаем и огурцом. Я вот помылась один раз уже этим гелем. Ну, гель как гель, нормальный гель. Мыло заказала себе второй кусок. Первым мы уже моем руки, не буду этот вскрывать, я его показывала на распаковке. Оно вот так же выглядит, как кусочек огурца практически. Ну, однотонное, конечно, но здорово сделали. И такое круглое мыльце. Очень классно. И получила сегодня мочалку. Я ее не буду открывать, потому что я ее не буду себе оставлять, я кому-нибудь подарю, скорее всего. Ну, может быть, потом открою. Классный цвет у нее на картинке. Он другой. Он тут какой-то розовый. А в жизни он такой прям приятного красного цвета. Супер просто. Так, мы уже подходим, мне кажется, к финишу. Угу, практически. У нас серия расширяется Love Nature. Несколько продуктов будет новых, но я вам хочу похвалить и сказать, что вот это надо попробовать 100%. Такого в Oriflame еще не было. Чтобы вот такой вот крем с какао. Смотрите, вот он просто даже по консистенции вам хочу показать, какой он интересный. И он такой вот. Где же намазать-то? Все у меня уже вот тут вот. Вот он как водичка растекается. Вот кто-то писал, что боится брать, что он там для сухой кожи и будет жирным. А вот он как вода растекается. Не знаю, это просто какая-то магия. Вам видно, как мне руку опустить? Все, он тут же впитывается. Он такой приятный. И я себя с ним чувствую, как будто я какой-то вкуснейший десерт с ароматом какао. Я кокоса не чувствую, но... Это какао божественный, он не напрягает. Вот у нас был крем в серии Love Potion Midnight Wish. Помните, аромат такой был и крем. Вот тот крем был тяжеленький, я им летом не могла пользоваться, только в холода. Вот в холода он такой согревающий, обнимающий, очень уютный. А этот, ой, какая я вкусненькая, я просто вот пироженка, которую надо срочно съесть. Так, здесь у нас обновленная серия, моя любимая. Кстати, долгое время я прям вот обожала вот этот вот дынный аромат. А здесь еще кокосовая вода и дыня, просто обновленный. У нас добавляется с органическим овсом и абрикосом. Я думаю, тоже будет очень вкусно, очень вкусно. Детская коллекция для купания, то есть шампунь для волос и тела и мыло. То есть есть с ароматом клубники, а есть еще с яблочком. Еще мужская серия, как нас мужчин балуют. Так, а здесь у нас набор, и это какая-то акция. А что это за акция? Не пойму, где условия? Нет условий, просто набор. Очень выгодно. Аромат, шариковый дезодорант, как раз мой любимый шариковый дезодорант. Мне нравится то, что он не оставляет следов белых. И гель для душа 799 рублей. Ну, это же правда, мне кажется, хорошая цена. Надо посчитать, да? И завершает бомба. Просто с ананасом и имбирем спрей для ног
Смягчающий спрей для ног. Ого! Смягчающий крем для ног. Слушайте, я обязательно закажу, потому что я это очень люблю. Еще щипчики. Кстати, Миша похвалил эти кусачки, я ему покупала. Кто-то говорил, что они ерундовые, но если мужчина с грубыми толстыми ногтями сказал, что они хорошие, значит, они хорошие, очень недорого, кстати. И шлифовальная пилочка. Вау, вообще сколько всего классного. Так вот, руки у меня в креме, а я хотела вам показать, как... Кстати, видите, какая кожа молодая на этой руке, где тональная основа Джордани гармонизирующая, она вот так легкий перелив какой-то дает, вам видно? И по традиции хочу размазать что-нибудь, только у меня руки в креме. Подводка, карандаш для бровей, вот немножко расходится. Далее, это ультрафикс помады, видите? Чуть-чуть прям сдвигаются, красная, конечно, посильнее. Карандаши Джордани, но у меня еще руки все-таки жирненькие. Вот такие карандаши. И помада жидкая, матовая, тоже немножко съезжает. Но все равно это стойкие помады, Ультрафикс очень хорошо лежат на губах. Я надеюсь, видео полезное. Вы его оцените, напишите щедрый отзыв, благодарность, комментарий. Как я люблю. Напишите дополнение, то, что я пропустила, забыла, не сказала, или у вас какое-то впечатление позитивное, или наоборот, если не понравилось что-то, просто так не пишем, что это Г. Нет, так нельзя. Надо обосновать, что не понравилось, почему не рекомендуете. Хорошо? Я вас благодарю за внимание. Вы мои герои, кто смотрит такие длинные видео. Я надеюсь, вы умеете пользоваться ускорителем, потому что я говорю достаточно медленно, и меня можно ускорить хотя бы в 1,5 раза, а кто-то и в 2 может расслышать мою речь. Вот, так что ускоряйте, слушайте, обогащайте свои знания, чтобы людям, клиентам и близким рекомендовать самые лучшие продукты, чтобы они покупали и были максимально довольны, чтобы они вам давали отзывы хорошие, чтобы они еще повторные делали заказы и еще приводили вам новых клиентов или партнеров в команду. Пока-пока, до встречи, с вами была Донскова, я на связи.